Журналисты канала 12 в эти минуты готовят вечерний выпуск новостей. Вот лишь некоторые темы этого выпуска. Вопрос с покосом травы в городе практически решен. На сезонные работы вышли десятки специалистов. Подробности расскажем в новостях на 12 канале. Судьбой Череповецкого тифлоцентра озадачились на федеральном уровне. Об объединении учреждений для слабовидящих и слабослышащих президенту России рассказали члены Общественной палаты России. Ее представитель посетил сегодня Череповец. Причина смерти – падение с высоты. Молодой человек погиб сегодня в Череповце. Аналогичные ЧП произошли и в Вологде. Из окон выпали мужчина и ребенок. Подробности смотрите в новостях канала 12. Итак, подробнее об этом и многом другом. 20 часов 30 минут.